В Югре напишут IT-диктант. Это всероссийская акция, приуроченная ко Дню программиста. Праздник традиционно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта. В этом году диктант состоится 13 сентября. По сути, это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой до познаний в таких темах, как блокчейн. Задача тестирования – оценить уровень компетенции участников, как они владеют базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Для прохождения диктанта надо зарегистрироваться на странице мероприятия. Здесь же доступны лекции от экспертов в сфере цифровых технологий, которые помогут подготовиться и освежить свои знания по темам цифровой безопасности, онлайн-покупок и владения функционалом соцсетей.